тот самый день, когда морозный воздух кажется наполнен теплой радостью, светом, что ярче солнца, и почти осязаемым добром. Сложно представить, но легко почувствовать. В Никольском кафедральном соборе в сочельник многолюдно. Под куполом храма общие молитвы и одни на всех надежды, чтобы родные и близкие не болели. Рождественскую литургию возглавляет епископ Бобруйский и Быховский Серафим. И взрослые, и дети стоят рядом, ставят свечи и говорят друг другу простые, но самые важные слова. Сердца в эти минуты наполняются состраданием и любовью. Самый светлый праздник. Родился Иисус Христос. Это наша жизнь, это любовь, это доброта, это надежда, вера. Самое дорогое. Светлый праздник для всех людей. Все люди желают всем добра, счастья, здоровья, благополучия. Рождество – это рождение новой жизни и мира, и добра, и тепла, и благополучия, и всего, самого светлого на этой земле. Вечно зеленые ели – символ бессмертия. Подарки – словно дары волхвов. Белые цветы и ризы священнослужителей – как олицетворение божественного света и чистоты. И, конечно, вертеп. Он изображает одну из главных библейских сцен – рождение младенца Иисуса. Рождество Христово собирает почетных гостей и во Дворце искусств. Здесь презентуют выставку-экспозицию библиотеки Ефросинии Полоцкой, посвященную святой покровительнице Беларуси. От воспитанников воскресных школ председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко получает в подарок белого ангела, как символ защиты и веры в Бога. Добра, счастья, всего самого хорошего всем жителям Могилевской области, всем жителям Республики Беларусь. Главное – добра, мира, спокойствия, благодати в семьях. Праздник объединяет 140 воспитанников воскресных школ. Разделить радость торжества мальчиков и девочек приглашает епископ Бобруйский и Быховский Серафим. От епархии каждый ребенок получает сладкий подарок. Тут же поздравляют победителей конкурса «Красота Божьего мира». Хотелось бы пожелать всем быть ближе к Богу, источнику любви, источнику надежды. Быть более терпеливыми, мудрыми. Праздник Рождества Христова – это, конечно, лучшее событие, лучший момент, чтобы помнить об этом. На главной сцене города – музыкальный спектакль «Платочек святой Ефросинии». Здесь переплетаются события 12 века и современности. Постановка написана по житию преподобной, которая, будучи княжеской дочерью, молодой и красивой, отказалась от мирских благ и стала монахиней. Мюзикл включает два сюжета, основанных на реальных событиях нашего времени. Еще одним подарком для горожан становится выступление заслуженного артиста Беларуси. Рождество отмечает Руслан Олехно, он предпочитает встречать в кругу близких и семьи. Поэтому выйти на родную сцену в эти праздничные дни для него особая радость. Певец исполняет две песни, одну вместе с дочерью Варварой. Всем любви желаю, всем желаю хорошего настроения, оптимизма. Слушайте своих близких, слушайте свое сердце. Помните о том, откуда ты родом, о ценностях, заложенных в семье и традициях семьи. Ну и самое главное – верить в Бога. Рождество Христово – событие, благодаря которому мы распахиваем двери не только своих домов, но и сердец. Впереди еще череда торжеств, которые продлятся вплоть до крещения Господня. К слову, в 2022-м отмечается 1030-летие православия на белорусских землях. Ольга Васенда, Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.